Эту бабочку видели все. Она похожа на другого вредителя, на капустную белянку. Только у боярышницы нет черных точек на крыльях. Но есть явно заметные черные прожилки. Сами боярышницы безобидны, питаются нектаром цветов. А вот их гусеницы – злостный вредитель плодовых и декоративных культур. Одна бабочка откладывает до 500 яиц, так что заражение бывает очень массовым. Особенно сильным оно проявляется в годы, когда в июне и июле много осадков. Довольно крупная бабочка. Длина переднего крыла 26-36 мм. Размах крыльев 50-65 мм. Окраска крыльев белая, с выраженными черными жилками. Передние с закругленной вершиной. Усики булавовидные. Крылья однотонно белые. По краям крыльев проходит тонкая черная линия. Чешуйчатый покров слабый, в результате чего крылья самок полупрозрачны. У самцов чешуе отсутствует только по периферии крыла. Грудь и брюшко темные, покрыты светлыми волосками. Половой диморфизм выражен слабо. Боярышница имеет годовую генерацию, охватывающую весь летний и часть осеннего периода текущего года и весенний период следующего года. Боярышница относится к группе хвоя и листогрызущих вредителей, имеющих локальное значение. Вспышки размножения вида охватывают незначительные территории. Повреждает лиственные породы, легко восстанавливающиеся от нанесенных повреждений, хотя и несущие потери в приросте и плодоношении. Перечень деревьев и кустарников, которыми питаются гусеницы-боярышницы, очень обширный. Из плодовых культур это яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, черешня, боярышник, рябина, терн, черемуха, грецкий орех, виноград, голубика и брусника. Из декоративных спирея средняя и миндаль низкий. Бабочки выходят из куколки в июне, а на юге уже в мае. При выходе из куколки выступает капля красной жидкости – мекониум, что послужило поводом для суеверия о кровавом дожде, который бывает в годы массового размножения данной бабочки. Из-за тесного контакта бабочек с пыльцой при питании нектаром на цветах отмечается окрашивание нижней стороны крыльев в красноватые и желтоватые, а также в оранжевые цвета, соответственно цвету пыльцы. Перед откладкой яиц бабочкам требуется дополнительное питание и вода. Питается она нектаром цветков. В жару боярышницы скапливаются у прудов, луж и ручьев. Они садятся на землю и
развернув хоботки, пьют воду. Сами бабочки никакого вреда плодовым, ягодным или другим растениям не приносят, так как питаются нектаром цветущих растений и опыляют их. Боярышница откладывает плотную кучку желтоватых яиц удлиненной формы. Клейкой жидкостью она прикрепляет их к верхней стороне листа плодовых деревьев. Одна такая кладка может состоять от 60 до 100 яиц. За 2-3 недели своей короткой жизни самка может отложить до 500 яиц. Яйца с притупленной вершиной и продольной ребристостью располагаются стаймя. Примерно через 2 недели появляется гусеница. В июне, а на юге в начале мая, они окукливаются. Куколка зеленовато-желтая или беловатая, с черными пятнами. По большей части имеет горизонтальное положение. В некоторых странах боярышница считается экзотической бабочкой. Все дело в том, что бабочка почти 100 лет назад вымерла в Англии. Последний экземпляр был пойман в 1925 году. Исчезновение насекомого выявили на сардинах и корсике. Уменьшается ее количество и в странах Юго-Восточной Азии. Видимо, поэтому монетный двор Монголии решил запечатлеть бабочку на монете. Поскольку сама бабочка красива, но не выделяется яркими красками среди прочих представителей монетной серии, ее разместили на вершине зеленого цветка в изящной 3D-технологии.